is it? The apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, I'm, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, I'm, oh, I'm radioactive, radioactive. Load up on guns. She's overboard and say you've showed her. No, I know a dirty word. Hello, 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 how long? Hello, 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 how long? Hello, 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 how long? Hello, hello, hello. Я выбрал именно такую локацию с этими грузовыми контейнерами. В общем, недавно я побывал в питерском порту, где прямо сейчас строится атомный ледокол. И от увиденного я просто обалдел. В этом году атомная промышленность отмечает свой юбилей и проводит интеллектуальный конкурс, в котором может поучаствовать каждый. Давайте я расскажу об этом немножко поподробнее. Прямо сейчас я нахожусь на борту самого настоящего атомного ледокола. Под капотом этой махины ядерный реактор и 75 тысяч лошадиных сил. Это как три самолета Boeing 747 или 75 гоночных тачек. Он ломает лед толщиной человеческий рост просто как картон. Не верите? Ты прям ощущаешь под ногами эту мощь. Просто так сюда, конечно, не попасть. Хотя, есть одна возможность. Прямо сейчас проходит детский всероссийский интеллектуальный конкурс при поддержке Росатома, по итогам которого 25 лучших отправятся на специальном пассажирском ледоколе в экспедицию прямиком на Северный полюс. Принять участие могут ученики 7-10 классов. Все, что нужно, это зарегистрироваться на полюс Атом онлайн, выполнить несколько заданий в формате квиза, а также снять короткое видео на тему того, что я сделаю, когда попаду на Северный полюс. Ну как, интересно? Еще бы! Переходи по ссылке в описании, побеждай и открывай для себя новый мир. Вечером темным брожу один, ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше бы это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.
Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя. А он тебя целует, говорит, что любит и ночами обнимает, к сердцу прижимает. А я мучаюсь от боли со своей любовью, фотографии в альбоме. А тебе напомнят, а тебе. Ребята, хочу сказать спасибо Косте Витееву за то, что поучаствовал в сегодняшнем видео. Подписывайтесь на его инстаграм, там много всего интересного. Спасибо, бро. И также на мой инстаграм тоже, ну, подпишитесь, ну, там тоже много всего интересного. Ну и на мой, чё, что все подписываются на все. На того мужика давайте подпишемся. Чуть не упал. В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен. Перемен.